Всем привет, с вами Данилка. Сегодня я пойду к Тофичу домой, посмотрю, какой он розовый слоник. Он называет себя розовым, потому что он мазался не зеленкой, а наподобие марганцовки. Сейчас я подойду к Тофичу домой, посмотрим, какой он, живой или нет. Сегодня, кстати, Пасха. Сегодня очень холодно, вчера было где-то плюс 4, плюс 5. А сейчас минус 2, я замерз уже, иду к нему. Ему на улицу вроде бы нельзя, потому что он болел ветрянкой. Я болел, мне это не страшно уже. Сейчас подойду и посмотрю. Так, ребят, я подошел к Тофичу, сейчас буду ему звонить. Почему? Сейчас посмотрите, смотрите, там Тофич выглядывает. Смотри, какой розовый слоник. Сейчас я ему к нему подойду. Нам серую дверь. Где-то ты кто? Так, ребят, я пришел уже к Тофе домой, вот раздетый, там Тофич лежит в кроватке, типа такой больной уже. Короче, сейчас подойду к нему, посмотрите, какой он розовый слоник. Ну, конечно, он уже как бы должен быть здоровенький, вот он лежит, короче. Это вот Тофич наш. Ну, ветрянка, я думаю, блин, все видим, розовый, а не зеленый, а я был зеленым. А я розовый. Вставай, давай, ты уже здоровый, бегал только что. Ему осталось только отмыть пятна, и он будет здоровый, потому что у него эта фигня долго отмывается, а пятна уже исчезли. Но в школу я все равно ходить не буду. Ну да, в школу можно не ходить, а у нас скоро будет игра по баскетболу, мы, может, тоже ее заснимем как-нибудь, если Тофич будет присутствовать. А прошлую игру мы еще не выложили, потому что ничего еще не засняли. Он слегка, он здоровый, уже подтягивается. Дрич какой-то. Ну вот Тофич, как вы убедились, что Тофич здоровый? Можете не переживать. Чуток розоватый. Розовый слоник, ничего. Со всеми такое бывало. Я был зеленым слоником. Как вот и сейчас. Ты более ух. Итак, ребят, с вами были Данилка и розовый слоник Толямба. Да, вот я уже выздоровел, уже вернулся. Теперь я встроюсь, но видео будет выходить в своем сроке. Да, они, может, будут выходить через дня 3-4, потому что мы не успеваем, у нас соревнования также по баскетболу идут, еще месяца 2 будут идти, наверное, ну, до лета, а летом мы уже будем снимать через день, через 2 будем выпускать еще ролики, потому что там свободное время. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем удачи, всем пока! Пока!